Всем привет, дорогие друзья! Сегодня по последнему видеообзору хочу разыграть вот такую вот очень крутую вещь. Вырубка для роз и не только, и разные анимончики с него можно делать. Эту вырубку я заказывала с китайского сайта New Chic. Ссылочку на данный товар я оставлю в описании. Кто захочет, зайдите, посмотрите. Очень-очень нужная вещь для кондитера. А собственно сейчас хочу разыграть среди ваших комментариев победителя, которому подарю просто бесплатно эту вырубку. Выбираю абсолютно случайный комментарий, только в комментарии должна быть указана ссылка на соцсеть, в которой вы поделились данным видео. Верочка, не совсем у вас корректный комментарий, нужно было указать ссылку на соцсеть, а не просто написать, что вы поделились в Фейсбуке. Поэтому не могу считать ваш комментарий как победителя, придется выбирать мне еще раз. В следующий раз обязательно укажите ссылку на соцсеть, в которой вы поделились. Обратно выбираю новый комментарий абсолютно случайно. Светочка, я вас поздравляю. Вы выиграли такую вот классную вырубку от Кекса. Сейчас только проверю, чтобы видео у вас осталось на страничке. И чтобы вы были из Украины, потому что, к сожалению, в другую страну сейчас отправить не могу. Очень интересно, что вы из Днепра. Я тоже из Днепра. Да, видео у вас еще есть на страничке, так что ждите. В течение дня я напишу вам, чтобы узнать адрес доставки. Если вам нравится такого плана розыгрыша от меня, обязательно поставьте палец вверх под этим видео, и буду заказывать вам еще что-нибудь из Китая. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!